какой-то кексик. Посмотри. Какой кексик? Кексик. А что там нарисовано? Что это? Там нарисована какая-то принцесса. Давай посмотрим. Там еще игрушка. Игрушка? Да. Как они называются? Капкейк сюрприз, да? Так, кексик. Да, сейчас мы откроем, посмотрим. Тут есть клубничный кекс, ванильный, виноградный, шоколадный, лимонный и что это? Какая-то арахисовая паста. Тут из кекса получается какая-то принцесса. Их очень много, видишь? У нас какой кексик? Какого цвета он? Ну, розовенький, да? Давай откроем. Да, и там будет. Сейчас попробуем открыть. Еще огонь. Так, открываем коробочку. Я хочу Так, смотри. Тут еще смотри, что есть. Что это? Расческа. На форме цветочка. Открывай, доставай кексик. Он должен пахнуть, Ариша. Понюхай, он пахнет? О, кукла. Кукла? Там попалась кукла? Давай сюда, покажи мне. Покажи сюда, Ариш. Арина, покажи на стол поставь. Что это? Кукла. Кукла спряталась, видишь, сидит. Ну, мы что должны? Это шапочка, наверное. Это не шапка, это крыша. Как ее достать? Как отдай. Думаешь? Отдай. Получится у тебя? Как? Давай я тебе помогу. Так, мы... Ой. Получилась принцесса. Смотри. Принцесса вылезла из тортика. Опять. Держи. Принцесса. А ее есть еще вода? Да, понюхай. Пахнет? Крышечка пахнет. Да. Да? Давай посмотрим. Принцесса. Красивое платье розовое. Одевай я шляпу. Там резиночка есть. Помочь? Да. Давай мне шляпу. Смотри. Так. Одевай. Эй, посмотрите. Оп. Эй, посмотри. Надо открыть. Закрой. Платье. Такую красивую розочку, шляпка. Держи, Ариша. Это ты. О, дай самого. Арина, держи. Шляпа. И что, она в домике сидит? Опа, красивость.